Проебать деньги тоже того. А мне пришли новые, так что сейчас буду проебать. А, нет, нет, андроида нового нет. Деньги. Сейчас подожди. Короче, что мы делаем? Начинается бой, стоите вот тут, всем рейдом. Заходите в комнату, что вы там чилите. Весь рейд стоит в желтой метке медведь, соответственно, вот тут где-то босс, где-то вот тут рейд. Ваша задача. Стоите, бьете босса, все в порядке, все по плану. Далеко. Все по плану, Володя. Стоите, бьете босса. Дальше. Кастуется цепная молния, вы ничего с этим сделать не можете, просто прохиливайте. Дальше. Нас выкидывает. Тау, сука, интернет обрезал. Короче, что происходит? Я думаю, вы все посмотрели там на локацию, что происходит. Кастуется каст общий, такой большой. Напомню, как называется, его единственный можно сбить. Все его кикаете, кто может. Там шаманы, не шаманы, вары, похуй кто. Главное кикнуть. Дальше кастуется дебаф на человека, это буду анонсить заранее, что скоро дебаф. Ваша задача, увидели дебаф, вы выбегаете в скульптуры. Там на больших таких полукругах на полу стоят два бюста. Забежали в бюст, с вас начинает выливаться лужа. Как только она начала выливаться, вы просто выпрыгиваете из лужи, именно там прыжком или быстро выбегаете. Сразу говорю, из лужи можно выбежать, не получив ни одного стака. Ваша задача не получать дебаф от лужи. Дальше появляется вторая лужа, ну там кастятся цепные, кастятся еще раз общие касты, появился еще один дебаф. Ваша задача вынесли во второй бюст, то есть на второй край полукруга. Дальше что происходит? Босс начинает кастить сбиваемый каст, вы его сбиваете, потом он кастит еще одну цепную молнию. После цепной молнии, я говорю, зашли в лужу. К этому моменту вы должны стоять близко к луже, чтобы сделать пару шагов и оказаться в ней. Вы заходите в лужу и получаете дебаф. Дебаф вас бьет и стакается от лужи. Ваша задача получать один стак дебафа, не больше. Стак вешается раз в 3 секунды, если не ошибаюсь. Так что если вы будете стоять как урод и 6 секунд аж там будете находиться, это будет эпик. 3 секунды простояли, вышли, все, типа, счастье. Дальше, на мне будет метка черепок, ваша задача не сдохнуть, то бишь быть в черепке. Как только босс кастовал общий стан, ну, покаяние, с вас покаяние скидывается, потому что у вас висит дебаф, он тикает. Покаяние прокастилось, вы вышли из стана, вы бьете босса. В этот момент вы отдаете все свои бурсты. Бурсты вы сейвите, вы не прожимаете их на похуй, когда вам вздумается, вы их сейвите. Отдали бурсты, сбили щит боссу. Щит 600 тысяч. Немного, но бить надо. Напоминаю, там Лок не юзает хаусболт, потому что он пробивает щит. Так что бей просто обычной ротации без хаусболта. Вы просто стоите и выбиваете щит. Если вы видите, что у вас под очко там догоняет уже лезвие там, на полкомнаты, вы перебегаете. Ну, можете смотреть, короче, где щипок, там безопасно. Все просто. Короче, сложно, странно, много. Все объясню по дороге. Короче, вырубли VPN, может, стало получше. Посмотрим. Так, прием. Прием. Не слышно?
Да-да-да. Там на будущее, Локу, вот эту связку надо по-любому иметь. Типа, она очень много где решает. Так, а мы же пойдем дальше, да? Само собой, сейчас сервер запустят, пойдем. У меня по плану хотя бы до Арана дойти и как минимум убить все до Арана, включая гнев. А там уже по проку, насколько людей хватит. Ну, в смысле, насколько скиллухи хватит. В одного паладина, что на ране будет пососы чувств. Слушайте, вопрос такой. 4Т4 ДЦ обмен предлагают на 4Т4, 2Т4, ой, 4Т4 Элем и 2Т4 Рестер. Херня. Шаманы 4Т4 носят все. Без 4Т4 они ничего не делают. Зашло. Сейчас захожу. Небольшой откатик был. Бля. Надеюсь, что вот не откатил. Трэш мертв, нормально все. Ладно. Ты, кстати, первого босса чекай вот, потому что мы, блядь, больше часа прошел у нас. Что запад ухажа. Этого никому не надо волосы. У меня есть такие уже. Почему? Крит хаз, дух. Блядь, может, приз заберет себе на 53-й спек какой-нибудь. Либо что-то еще. Слушай, какой крит хаз, дух, Володя, очнись. Вообще забудь, можно все, что хочешь носить, это Сирос. Запы у меня есть. Я про то, что на запах крит хаз, ты дух, Володя. Что-то совсем уже приехало. Так, подожди, какие нам были запы? Дух и хаст. Хаст СПД. Если есть дух, то нет. Хаст, второго. Хаст, да. Блядь. Ты меня пугаешь, там еще частный запах, блядь. Еще целых... Ты понимаешь, там хаста, блядь. Я бы уже взял эти запы себе. Ебаю, понимаю. Давай сюда, мне похуй, что там дух, хочу хасты. Тот самый Володя, плюс две хасты беру. Так, сейчас для тех, кто не понял, тут будет стоять босс, танком вот с этой стороны будет стоять. А весь Ладно, рейд тебя вот... ничего не смущает, да? Ну, сейчас войд зайдет. Почему там? Все в порядке. Я все не люблю вот эти вот ебаные феникса тактики. Я не это... Какой феникса тактика, блядь? Мы с X2 еще время все время здесь бились. Я босс. Так не играл никогда, забудь. Ебать. Так, ну, ладно, дальше. Для тех, кто не понял про бюсты, вот они стоят, вот эти вот. Ваша задача забежать вот сюда, закинуть лужу и просто одним прыжком выйти из нее. Лужа будет вот до сюда примерно разливаться. Так что до рейда не достанет. И вторая куда-нибудь вот сюда, вот во второй бюст. На тех местах, где нету бюстов, ваша задача, вот этот полукруг темный, просто на краешек полукругов. Встали, разлили, ну короче, ориентируйтесь по полукругу. Ну вот и все. Так, кому-то рыба надо или нет? Вроде все живые. Давайте готовность пробуем. Сейчас, дай мне секундочку. Уюни, ты отписал там где-то? Ой, это я не сюда, да? Или сюда? Сюда. На, похавайте по новой. Тут не работают саппроты, так что можете забить хрен на них. Фулл ДПС. А хилы могут остаться саппротами, смотрите же. Вот я сейчас сижу и думаю, вот это я буду ржать, все, Локо умрет от цепной. Умрет. И еще парочка человек от шара.
Не-не-не, я сзади стою. Я ничего не знаю. Меня тут нет. Нет, цепная, она не разбирает. До всех ебёт. Так. Крик на ХП. У тебя есть на силу атаки длительность крика? У Юни. Всё, короче, ори на силу атаки, а я буду на ХП, что я просто чихпых. По 2 минуты. Все, все готовы, наверное, будут. Готовность. И босса я спулю сам, ты просто заберешь у меня его. Только заберешь уроном, сразу станет сюда в чаепок. Все готовы, я примерно буду говорить, когда пул. Готовьтесь. 3, 2, 1. Погнали. Ага, забирай босса. Босса забери. Вайпайтесь. Вайп. Зубы дам бернуть, можешь? Нет? Диван, дай просто. Конечно, не восприимчив. В чем проблема нажать одну автоатаку? Нажми диван, там будет. Орехи убери того, очень вот эту тему. А вот ты что, диван себе скинул и нажал орехи брать? Ой, тотем брать? Песня любого. Поднимут массу. Давайте быстренько, рыба еще стоит, надо похавать успеть. Я скряга. Алло, вставай. А у тебя ж масрец, ну. Да, сейчас есть. Стали, обглодали рыбу, остатки. Хорошо. Так, медведь, короче, бля, повернись просто чуть левее и просто нажми удар по ней. Знаю, вещи, там, огонек, хоть что-то. Типа, я наношу 7000 урона, 3000 урона, сори, стоса. Не перебить 3000 урона, но это шок. Встань вот так вот, вот, вот сюда вот, и вот так повернись. Просто нажмешь один удар, когда она бежать будет. Готов. Ты переводить умеешь, медведь? Так, я на себя кину метку. Теперь будет печенка. Первый будет на какой-то. Еще раз, готовность на пул. Все готово. Я скажу, когда пулять босса. Приготовились. И пуляй. Все, поворачивай. Лодька, лучше страхуй, у меня может быть рай где-нибудь. Все, я пошел выносить первую. Готовьтесь, второй дебаф будет. Второй дебаф еха, выносил лог. Второй бюст. Стали ближе к луже чуть-чуть. Скажу, когда лутать. Лутаете. Вышли. В печенке стоим. В печенке стоим. Пошли бить. А, блин, я не залутал. Каст, я сам сойду. Как ты его... А как ты шар поставил? Для... А, ты... Чё? Не, вот нет. Почему босса ставят там. В смысле, блять, я лучом убил, когда он даже близко ко мне не был. Что это такое? Ну, шарик надо начинать, когда он возле двери. Только проходит первый. Ой, вот бюст
проходит. Да нахуй дверь, я говорю, я всегда так бил. Почему меня убило, когда рядом со мной не было даже лезвия? Знаете, появился у нас шарик. Сзади. Ну, сзади он должен спереди появиться, чтобы у нас за время вот этого 360 мы убили, щит сбили и все. А он у нас появился сзади, нам пришлось двигаться. Гений, они зеркально двигаются. У нас луч начался тупо посреди комнаты. Еще раз, Володя, есть, визуально у меня луч был нормально, чисто чуть-чуть за боссом. За боссом. Ну, есть небольшой рендж. Ну, у тебя за боссом. А то, что у тебя за спин... Я сейчас видел, что мы начинаем бить босса, и у нас луч появляется, знаешь, когда он включился? Когда он дверь начал уже проходить почти. То есть он почти дверь прошел, и он появился. И то есть у нас одна... Ну, сколько там, блядь? Очень мало времени, получается, было. Очень дико мало. В смысле? Смотри. То есть луч появился был, вот здесь. Вот тут начался. Нет. Не, вот здесь. Вот здесь он включился, дядя. Вот здесь. Хз. Я говорю, визуально он у меня был вот тут вот. Не. Вот. Вот он отсюда включился. И у нас тут, блядь, времени ноль. Бить. Бля, ну, давай по твоей тактике. Вот поэтому, да. Типа, здесь босса обычно держали. Когда ты оттуда пулишь с той лавочки, у тебя луч обычно всегда вот здесь и начинается, чтобы у тебя максимально больше времени. Я тебе говорю, я все X1 ходил именно вот так. И все было в порядке. Я говорю, у меня визуально луч был вот тут. Усилки! Ты забываешь этот момент. Причем тут усилки, если он визуально... Больше ДПСа. Быстрее сливаешь щит. Вот кстати, я... Ну, а ты, давай, я сейчас сказал, что он не бил стрелы хаоса в щит? Да, сказал, я не бил. Окей. А то, блядь, некоторые оки хуярят прям. Ну, как шо-то? Когда будем пулять? Ладно. Все похавали там? Просто мы обычно, я когда тут был, пуляли вот... Тут он проходит, как только прошел вот здесь вот шарик, мы начинали пул. Вот этот вот шар, как только тут вот прошел, сразу пул. Ну, я говорю, все время, когда ходил, то есть босс стоит тут, шарик пуляет примерно вот тут вот, и нормально все было. Ну да, и он появляется чуть спереди... Ну, чуть, получается, левее Мишки сейчас должен появиться. Ладно, давайте. Готовность, Володька, скажи, когда там запулить. Нет, пуль сам когда хочешь. Типа, ты с той же лавочкой пуляешь, ты просто позицию не ту делаешь, босса. Вот и все, я тебе сказал об этом. Где ты ходишь? Вот тот, чтобы его держали? Нет, Вань, ты играешь, что все. Типа, у тебя свои тактики. Эй. Тебе не нравятся тактики, которые мы тренируем, уходим, все окей. Все готовы. Тактики. 3, 2, 1, погнали. Шанс. Второй дебаф 2 секунды. Ехал. Подошли ближе к луже, ждем. Зашли, полутали. Хан. Блять, беги туда уже. Я собью-ка. Лодька страху. Ладно. Все так же выносим. Бьем.
от гадюки. Мало ли, по ним молния ёбнет. Ех. Так, генет волос. Приготовились лутать. 3, 2, залутали. Отошли чуть назад, назад. Бэр дай, бэр дай. Давай. Дай иннер по приставали. Ладно, постер. ШП гимна ману дай. Я бы еще. Я отхилю ману, я отхилю ману. Гимнов много не бывает. У меня поездка на следующий щит еще будет. Следующий дебаф 8 секунд. Лодька страхует, потому что я без рагитер. Дебаф, шанти. Зашли на край. Ждем. Ты назад чуть-чуть. Еха, ну ты стоишь в лут. Последний добавь. Не лутайте раньше времени, я скажу когда. Ближе к лучше подошли просто. Полутали. Вышли. Назад чуть-чуть. Геру. Печенки. Приготовились лутать, чуть ближе подошли. И пошли лутать. Отошли назад чуть. Еще назад, еще назад. Бурстить. Держи. Воид, забирай на себя. Хильте воид. Нажми он минус 50. Ну рано сбивает. Ну да лучше так, чтоб не лагнуло, блять, на всякий случай. Это я сбиваю. Да. Меня хилит.
Просто душу мразь. Да. Чисто сюда. Ой, блядь, нахуй. Жестко. Ну, это была ошибка. Я же говорил, бегайте в кружке, и вы будете живы. Говорится, я жив. Я жив. Мне кажется, этот хант был МВП, тупо за все босса. Чисто половина костов в пытап, половина в этих змей. Я ж говорил, он лутается раз в 3 секунды. Типа, надо постоять определенное время. Но вот когда я говорю, то есть после цепной молнии, что зашли, полутали, у меня он почти за секунду берется. То есть там все нормально. Ты какой-то слабый. Есть у кого? Что? У Джефс есть у кого? Нет, такого не имею. С первого босса только. А, вот и Джефс. 40 минут до первого. Лучше поставили бы Джефса к боссу. А не здесь. Да нет, там просто босс, чтобы сочинить сразу же ему. Так, я дальше не был. Мне нужна тактика будет. А вот это печаль. Я там слышал, 4 черненьких там всяких чумазеньких чертенка будет. Что? Ну это смотритель же, да? Чисто что? Ну смотритель, у него 4 разные формы, да? Нет. Ну в смысле, ну... Регулина. В смысле, у него их 3, и чумазых, и 4. Какой нахуй вы там ссылки даете, блять? Вы ебаный рот. Еще скажи, это ты Ерасика, блять. Ладно, вовхип, слава богу. Так, я цепляюсь за Тао, и я пошел смотреть. Да не надо ничего смотреть, я все объясню. Что вам надо знать на хилах, это... Стой до хили, не стой близко к союзникам, все. А, ну ладно, смотри под ноги, закрывай руны, все. Теперь точно все. Юни, блять, мы на Деве вайпнули, чуть не вайпнулись, нахуй, сейчас, только что, блять. А смотритель там придется бегать, нахуй, не стоять на месте. А, нихуя. Это труднее. Ты чё? Ну, видишь, Володька, тактика моя работает. Только что на последнее обосрать. Ой, да. Подутикали рано. Да, не знаю, мне гораздо проще, когда я знаю, что надо нести именно в эти... в бюсты. Интересно, открыть секретное видео, что это вот скипать можно привидение. Черни вот этого видеть. Вот. Ты все ж. А, мы уже похуй. Дот навешали, все навешали. Да похуй. Черни его, все равно. Повоит не ставит, походу. Ладно. Кинь мас диспел пристам по этим духам. Давай, чисти, че вы, блядь, стоите, смотрите, нахуй. Это не тот рейд, где можно пробежать. Юни, хочешь бегать, блядь, это в первый ряд. Они не всегда отагривают. Агро. Мне просто больше нравится, что у нас есть в ретрик, все хорошо, я, блядь, все равно трачу ярость шамана, чтобы ману похерить. Ну так лучше желтая жага, очевидно. Вот, признаю, желтая лучше. Желтая важнее. Весь рейд на фул хп стоит, блядь. Когда весь рейд, да, когда под дебафами проседаем, ну вот. Говорит, что врубался даже для тебя. Все для тебя, Володя. Так, короче, сейчас побежим. Чисто великий забег. Стоять. Присты, давайте, ШП вот этого, шаг. Слишком далеко.
Давай, шопе, шакл. Дальше пошли. Это я шаклил, дал. Следующего давай, ДЦ шакл. Я только что дал шакл. В смысле, это мой шакл. Ладно, дай. ДЦ, ДЦ. А, похуй, короче. Похуй плюс похуй. Похуй. Ну, нормально. Плюс, похуй, плюс. Даже не задебафали. Бля. Бегите, короче, глупцы. Фернете последнего. Заберите соловки там. О, а что тут делать? Чё, где? Это привидение убить надо будет. Мне страшно. Вот ты нашел. Забери куда-то привидение. Лодочка подлись по темам. Опа! И минус человек. Лови духа. Второй человек. Неправильно ты говоришь, минус два хила. Кто такой хил? Ладно, выживать лишь, ШП подхилилой. Выживает слабейший. Лодька тоже подхилил. Хан тоже подхиливает. Бинтами, бинтами. Айса крупа там. Ля-ля-ля-ля-ля. Или диван, 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 диван. О, ладно. Дыби-д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 ы
20 баном пробегать, посадить и чистить. Так зачем? Последнего просто убьем там наверху. Так они все прибежали. Они все прибежали? Тогда. Ля какие. А что, телепорта нет? Нет. Так нечестно. Смотрите. Аккуратно справа не сагарите, мы не все чистим. Медведь промахнулся. Да. Медведь, ты там символ на агро не забыл поменять? Который... Пароль тебе кому надо. Давай. А, забирай. О, видишь? Агрыш не надо никому. Не, мне не надо, забирай. Я думал, никому не надо. Я думал, так чисто. Так это походу успех, нет? Не, пусть забирает, это на холика у меня есть. Ну, почему такие... на холика? Ну, на холи... Приста. Ну, на ДЦ тоже норм, не? Не. С самоцветами лучше. Крит хаст. А вот этот вот ваш дух, это хак. В смысле? Ну, я слышу, как некоторые ДЦ говорят, нахуй, хатфу, блять, нахуй СПД. Все в хасту надо. Там. Земля им асфальтом. Да, о, вы шаг. Далеко убежали. Шутки, что-то спадало даже. Вернись, медведь, назад, тебя подкидят хоть. Ну, нормально. Да, смотри, наверное, дальше. Ты здесь палец его там? Это же у холиков СПД от духа идет, да? У ШП тоже. Тотемы уберите, чьи там стоят, это Риден. Блин, 2 секунды вообще похуй. Они все равно, блядь. Могут прийти. Они атакились. Нормально. Зря. Слушай, как нельзя. Не, нельзя, надо снимать шапку. Ну, в чем проблема?
это работает? После шаклы они могут найти дорогу, а без шаклы они не могут найти дорогу. Ну вот они такие киберспортивные. По запаху маны чувствуете. Было бы похоже на правду, не будь тела. Торгу агро проверять. Сейчас бы волю зов. Вперед. Комнату всю чистим, так что потиху тянем. Сифонники приоритет. На большого хуй забей. Интересно. Че, не прохилили, да, перегрузку? Да. Спасибо. Сейчас пачку позадем рейс. Не диспель, слышишь? А, это не диспель? Не, не надо, это диспель. Не, кастом бьет гораздо меньше, чем с автоатаки. Окей. Че, резать лук? В тот момент вспомнил, что ты не Night Elf нахуй пришел, ты нажать инвиз, а блять, у тебя его нет на панельке. Ага. Понимаю, понимаю. Локтар, Угар, вставай, ты где? Я вот думаю, сейчас какую себе раз еще выбрать на медведя, пиздец. Ну, вроде как Night Elf хорошо будет. Night Elf хорошо. За счет сапротов. Да-да-да. Да, нагу бери, Володька, нагу. Да, селедка хуй знает. Это ж предизвращение ебана. Мохнатая сельдь. Мохнатая сельдь. Мохнатая сельдь. Просто, блядь. Не, ну мохнатая сельдь, это серьезно, ты че? Ну, это пиздец. Прикинь, просто мохнатая сельдь. Что у тебя сразу, блядь, нахуй, в уме всплывает? Правильно. Потная баба, блядь, которая к тебе решила, нахуй, обниматься, блядь. Мохнатая сельдь. Фу, нахуй. Блевать тянет аж, нахуй. А, хильте его. Зачем? Ну, типа, ты вот с девушкой познакомился, она вроде как, знаешь, типа, из тех людей, которые, блядь, ну, бриться это, нахуй, пиздец, нахуй, чё, ёбнулся. А она пробежала марафон 10-километровый, блядь, в жару 30 градусов, нахуй, при этом еще была одета тепло, чтобы сбросить лишний вес, потом пришел к тебе обниматься, нахуй. Володька, останови свои фантазии. Это его сокровенно. Что? А вот мохната сильный, это вот это вот, блядь, понимаешь? Это вот это вот. По-другому это нельзя назвать. Сильный опыт. Прикиньте бафы там. Нету бафов. Сегодня не выйду. И на силу атаки там крикет. Вам, кстати, какой-нибудь там ДЦ нужен, парни? Марафон? Ну, куда-нибудь ДЦ вам нужен, статик. А вот ХЗ. Вроде нужен, да, вроде. Ну, смотри. Да, у нас каждую среду будут такие вот рейды, походу. Сколько потянет. После этой пачки больше не агри, медведь. Что? Такой вот вопрос, парни, хотел спросить. Шарите за фанбейс, за стоимость персонажа примерно? Ты сейчас находишь тот же бан получить или потом? Давай сразу же так разобрать. Не-не-не-не-не, за сколько можно продать персонажа? Ну вот я и говорю, ты сейчас хочешь бан тут получить или потом? Почему?
Так, админам их рассказываешь такие вещи, так сказать. Выйдите из комнаты все. Медведь, Хант, сходи на пуль вот этого вот дурака. Не ГМ, но он пару раз к нам заходил уже, так что не тот момент, когда ты хочешь такого посуждать. Нет, просто мне интересно, как они продают и сколько, почему так стоит дорого. Ты чисто когда у нас еще вчера был ГМ в рейде, да, Володь? Да, да, да. Чисто тот момент, когда у нас была гильда, нахуй, а потом фанпей, нахуй, что-то произошло, и все, у нас нет гильдии больше. Больше мы не играем. Есть, нахуй, она тебя сожрет, понимаешь? Она тебя нахуй сожрет. Забудь о том сайте. Никогда его не смей ни с кем обсуждать, нахуй. Особенно в рейдах, особенно в пуга рейдах, блядь. Ты шо, блядь? Особенно когда такой же гейм. Да, ты хочешь потерять все свои аккаунты сразу же по IP железу? Да, у меня один аккаунт. Да я и не играю особо. Мне даже не жалко, если честно. Аккаунт ничего не стоит, я скажу. Ты понимаешь, они могут проследить все твои транзакции, нахуй, с другими персонажами, они еще попадут под пиздячек, нахуй, потом тебя будут не видеть и искать по IP, блядь. Это идеально, у нас аркан первый. О, блядь. Чисто идеально. Короче, парни, у вас два варианта, обосраться или обосраться, так что давайте без этого. Короче, смотрите, в чем заключается босс. Три фазы, каждые 33% босса. Первая с черепухой — это аркан. В чем заключается босс? У него три обилки, всего три, но они просто ебут. Если у вас есть саппорт, вы его жрете. Если у вас нет саппорта, вы идете в два раунд со саппортом. Сразу же. В чем заключаются обилки? Первая обилка — щит. Я шит на себя щит на там, 30 или 60 тысяч урона, я не помню. Ну, короче, слабенький. Когда вы его пробиваете, он вешает на себя баф на автоатаку и начинает просто бить лицо медведя, не в себя. Кроме того, что бить лицо медведя, идет АОЕ по рейду. Там по 10 тысяч на каждого человека, но это очень много. Дальше, вторая билка. Аркановские стрелы. Как у аркан-мага в последнем тире стрелы. Просто запускает рандомную цель и дамажит. Тоже там что-то около восьмерки, десятки бьет. Ну и самое веселое. Босс кастует спелл, у вас под ногами появляются руны. Руны большие, заметные, их пропустить невозможно. Их появляется там что-то 6 или 7 штук. В чем прикол? Вы заходите на руну, ждете. Через пару секунд руна взрывается. Если все руны закрыты, то окей. 6 человек получили урон, мы это прохиливаем, стоим чилим. Если хоть одна руна не закрывается, то весь рейд получает просто сверху еще 1012 урона. Соответственно, кто-то откисает, и мы идем байкаться. Надеюсь, вы поняли. Вся фаза заключается в чем? Вы просто с пула брустите под припотами, под геры и стараетесь выбить босса. Только босс кастит руны, я говорю, разбежались. Я назначу людей, кто с какой стороны закрывает руны. Одна руна, один человек. Если вы видите, что человек не успевает, то старайтесь как-то сместиться, помочь ему. Ну, короче, ваша задача — закрыть все руны. Это первая фаза, это было самое сложное. Дальше, самое легкое, справа Poison. Когда он выходит, ваша задача — стать в центре, в печальке, вот сюда примерно, я буду стоять, ну, говорить, куда становимся. РДД стоят, наяривают по поизону, им все нормально. У танков милик, танк, some troubles. Володька, не помнишь, поизон таунтится? Они все таунтятся. Хорошо, я попробую потаунтить тогда. Что там еще? Короче, босса, танк ты умеешь его водить? Не запланчить. Не-не-не, я для сумона. Я не могу его засумонить, я это пишу ему. Да, короче, танк, катаешь его по кругу, но катаешь не просто нон-стопом, а когда спавнится уже. То, что я буду, скорее всего, миликом лупить его. У нас ДПС не особо много. Шаманы ставят это тем очищение, чтобы чистить яды, и все, по сути. РДД бьют, хилы хилят, танк прожимается, когда много стаков, ну и все, вроде должно быть окей. Дальше. Третий, самый прикольный босс, у него есть
сколько там, три обилки. Первая обилка — цепная молния, вы просто разбегаетесь на рейндж 10 и стараетесь лутать поменьше урона. Короче, похуй плюс похуй. Вторая обилка — это типа дебафа, на вас кидается проводник молнии, вы начинаете уешать всех, кто рядом с вами. Последние такты вот этого проводника, они нарастающие идут, чем дальше длится, тем больше бьет. В итоге вы можете просто ваншотнуть человека. То есть ваша задача, если вы милик, вы полутали дебаф проводника, вы выбежали из милизоны, стоите в столбе, смотрите, облизываете столб чисто. Если вы РДД, вы набрали рейндж с ДДшниками или хилами и стоите, бьете дальше. И самый веселый спелл. Босс выпускает сферы. У сфер достаточно много хп, первую сферу нужно будет забурстить, прямо забурстить. То есть даете все свои бурсты и бьете в сферу. Когда сферу убили, на вас появляется баф, и посреди экрана появляется кнопка. Кнопка нужна для чего? Босс кастит спелл, аннигиляция. Он не сбиваемый обычными киками, вам нужно взять босса в таргет и нажать на него кнопку, которая на вас появилась. Если вы прослакали вот это нажатие, он просто всех убивает, тупо не спрашивая. Говорится, аннигилейшн. Аннигилейшн, ладно. А можно сбегать покурить? В смысле? Ну мы перешли тактику... После вайпов ты покуришь, подожди. Хорошо. Вайпнись и покурить. Если... короче, сейчас в Discord закину макрос, получите... Баф на common будет. Ваша задача будет... Не, Discord не скину, сейчас так. В рейд-чат написал вроде бы. В рейд-чат скину. Так выглядит макрос на использование кнопки. То есть макрос автоматически берет последнего вот этого левого босса в цель с черепком. И автоматически нажимает кнопку, которая у вас появляется. Для тех, у кого там всякие фреймы, не фреймы, всякая херня, которая закрывает кнопки и убирает дополнительные кнопки. Если кому-то в Discord надо написать, скажите, да. Я перепишу. Напиши мне, пожалуйста, Mortad Race. О, Виэджес. Сейчас. Сейчас в чат Дискорда напишу. Ты просто делай ссылку, а макрос, чтобы его можно было скопировать, вот. Ой, не макрос, а вообще, чтобы можно было скопировать, вот так. Вроде бы можно. Сейчас. Нет, не так. А как это делается? Сейчас, так, напишу секунду. Чатик скинул, кому надо, копируйте из Дискорда, в общем. Это ведь... А уже нельзя? Сейчас, спасибо. Ну вот и все. Жрите саппорт, я говорю, тут долбить будет просто не в себя. Так, рыбку ща кину. Рыбку кинул, ешьте, скидывайте все бафы. Крик на хп я обновлю. Ну и все, по сути. Короче, когда первого босса переведем, там Тау, ты должен будешь ставить тотем на резист-природе. На последнем вот этом вот лайтнинге. Только будет стоять не он, а я, потому что лучше пускай хил будет кастовать быстрее. И поставь метки, где примерно нужно появляться, чтобы люди не тупили. Да, черт. Короче, вот этот аркан-босс, медведь, тупо ставишь его вот сюда, вот, синюю меточку. Вот я тебе примерно показываю, я выбираю сейчас. Задача ДД-хилов. Присутствует, сейчас чек, все слышали, я не повторял. Так, ты туда босса ставить будешь? Да. Луна... Зеленая, это будут два вара. Лиловая, оранжевая. Это будет энх и хилы.
Дальше. Хилы. Также черепок с этой стороны. То есть у хилов печенка и черепок. У РДД, сейчас скажу, желтая метка это будет лок. Красная метка и синяя метка это будут примерно ШП и Хант. Метки стоят условно. Руны будут не в них спавниться. То есть вы видите самые дальние, к примеру, Хантом ШП, вы бежите в самые дальние. То же самое локом и хилами. Вы самые дальние руны видите, самые дальние закрываете. А милики уже рассосутся по милизоне и там закроют. Также буду говорить, чтобы стопали ДПС, так что смотрите и слушайте. Я убираю метки, потому что не буду, скорее всего, мешать. Ну и все. Еще раз чек на пул и поехали. Все готовы. Я даю отсчет. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Бей. Гера. Руны разбежались. Нет, так это херня. Сейчас по-другому попробуем. Дай диван. Ладно. Встать нету. Ладно, короче, идите курите, пока я сбегаю ресну. Короче, походу надо просто у двери начинать. Я даже, блядь, не знаю, я сколько на X1, ребят, не смотрел, блядь, я такую тактику, блядь, ни у кого там не введённых. В смысле? Откуда ты эти тактики там с X1 придумал, я не знаю. Ну, вот такие вот тактики. Даже ребята с X1 приходили, типа, ну, никогда таких тактик их не смотрел, не слышал. Ну, можешь поспрашивать, гильдия скифы была. Не знаю, такого у вас, видимо, такая тактика была. Не знаю, у нас все убивалось, по крайней мере. Ну, Володя, бля, что ты хочешь? У нас, во-первых, два вара, у нас четыре милика. Велосипед. Ну, ты велосипед сейчас изобретаешь, ебаный просто. Какой велосипед? Что ты хочешь? Все время, сколько не ходил, любой реалм, блядь. В центре босса держали. Две самые дальние метки для двух миликов. Две в середине, либо танк, либо милик закрывают с хилами. Две последние самые в конце, которые, с стороны которой мы заходим в комнату, там всегда РДДшники стоят. Ничего всё. Не понимаю, ну ладно. Нихуя не надо бегать никому. Три хила, это херня будет, по-моему. Если только у ШП есть третий спек, то не думаю. Блять, ребят, вы сидите на велосипеде и изобретаете велосипед. Какой нахуй, блядь, три хила? Да, стоять. Толочка, кидишь ледяной шок? Тотем только не забудь убрать. Бля.